шкаф, и я ее напугаю. И так превращаемся в мумию. Да. Наша мумия готова! Пошли прятать за шкаф! Да, пошли! Нету никого! Денис! Точно, надо гулять с папой на улице! Ну, пойду раздеваться. Сейчас мы надуем шарик. Давай сдуй шарик. Бабка, ты огромный. Так, мы надули шарик. Сейчас мы привяжем к этой двери. Держи шарик. Вот шарик готов. А теперь мы на шкаф прилепим кнопку. Что? У нас там сюрприз! Зая, я сейчас зубы чищу, сейчас выйду. Он сейчас... Надо срочно с тобой поговорить. Да. Стучи. Что вы хотите? У нас есть сюрприз! Диночка, я моюсь. Я чищу зубы, сейчас выйду. Что вы хотите? Сюрприз, мы же тебе говорим. Подожди, сейчас. Да, это быстро. Да, это быстро, да. Серпантин. Какой серпантин? Для этого розыгрыш.
дальше нам понадобится коробка пустая от хлопьев и салютик, конфеты. Конфетти из-под хлопушки. Да. И ножницы. Итак, мы вот отрежем вот здесь. Этот краешек. Да, краешек. Да. Так, так, режем. У нас получится вот такое дно, дырка. Да, дырка. А сюда мы насыпем серпантин вовнутрь. Итак, мы все запекнули, весь серпантин, да. Закрываем коробку и пошли, да, ставить ее на полку. На полку, повыше. А теперь настало время звать маму. Мама! Что за? Достань мне, пожалуйста, хлопья. Хлопья? А кто их так далеко запихнул? Не знаю. Не знаешь? Мы тебя разыграли! А хлопья где? Хлопья нет, это была пустая коробка.